Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1330. События дня. Псалом 72:25. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Объявление. Попросили дать. Умерла, четверо детей осталось, и забота о них. Курсором останавливаете и может считать. И вот переписка, какая за этот день была. Речь идет о Фатимской. В Португалии. Это Вячеслава Семенова пытается уволить, и он совет спрашивает, я ему отвечаю. И вот переписка какая интересная довольно. Благослови его, Господи. Этого чураться не надо. Уволят. Людей убивают.
Вот так. Прошедший день. Была среда. Сразу Виталия машина. Виталия, говорю, у Сергея Павловича Пупкова. И он сразу повез нас на Семаковский. Последняя работа бульдозериста Леонтьева. Алексея Лаврентьевича. Взяли с собой там, где брошена была, нашли из-под земли буквально сетку рабису, распутали. Ну и что, загородили остатки, посмотрели. И сразу поехали на Рыжковский пруд. Плотину восстановили, теперь надо спуск воды посмотреть. На это мы все снимали, можно будет увидеть. Тяжелая работа. Вот утром встал и не могу руку зажать. Ну, пройдет. Бог даст. Так. День очень жаркий был. Жаркий. И приехал как раз бульдозерист с женой. Здесь мы встречаемся. Это тоже засняли. Так что говорить об этом много и не стоит. Ну, а вечером, что взял из бочки воды, приехал. Я в пылище такой был. А Надежда Васильевна... Идем, протопила немного баню. Ну и помылся, и хорошо. Утром встал, правая рука только не сжимается. Ну, сильно приходилось. Много таскали, доски привозили. Три раза, наверное, за досками ездили. Никита Колесников купил там такой, как хлам. А они для нас, ну, не обрезаем ничего, нащельники, и дальше пошло. И вот его эти доски сгодились. Спасибо, Христос. Ну, вот так. А тут вот такая переписка с Вячеславом Сергеевичем Семеновым. Ну, на этом все показать еще наши ресурсы. Это вот мой мир. Показать нашу страницу. Там не одна страница, другие контрольные. Вот так. Владимир Косикин. Ну вот, друзья просятся. Потом вернусь. Православный форум и наш православный видеоканал «Открытым оком». Сколько мерзостей пишут на любой ролик, разницы нет никакой. Везде им деньги платят за это люди. Раз сошел сатана на землю в великой ярости, ища кого поглотить, вот он нападает. А люди этого не понимают, он еще нет, он как вещь в руках дьявола. Пишет, пишет, он не отвечает, не думает. Еще, ну, просто мерзости пишут, ругаются, матерятся. На любой разницы нет, что я голубей показываю, работу. У нас, посмотрите, какое разнообразие. Вот сегодня я выставил 13. Вот. Тринадцать роликов разные какие. Это наша жизнь. Мы не лепим, не умеем составлять, украшать. Вот так, как есть. Ну, на этом расстаемся. Благодарим Бога. Так еще указать вот наш большой во свете Библии православный библейский сайт. Вот. Здесь много вопросов-ответов.